Hello everyone from BDJ Freaks. Я продолжаю свое падение. Доброго времени суток, друзья! Время новостей на нашем ненастоящем телевидении. Было бы оно настоящим, мы бы монтировали новости значительно оперативнее. В общем, время новостей. Хороших и не очень. Забавных и разных. Коронавирус продолжает усложнять жизнь, в том числе и БЖЖ-сообществу по всему миру. В Питере на чемпионате бензоколонки прошел первый бой по правилам комбат джиу-джитсу Эдди Браво. Реванш противостояния Соловьев versus Панков прошел в ноу-ги также в Санкт-Петербурге. Новый черный пояс в России. Джитсеры Бразилии порешали все на кулаках. Как сэкономить 160 тысяч рублей? Об этом вкратце в сегодняшнем выпуске. А, да, еще Панков покажет сиськи. Хотим мы этого или нет, но общая пандемия коронавируса не могла не коснуться БЖЖ-сообщества всего мира. Отменяются соревнования, турниры, суперсхватки, закрываются двери БЖЖ-академии. Отменили такие крупные соревнования, как ПАНС, чемпионат мира AGP, но об этом мы уже говорили много раз. В эти выходные хотели посмотреть суперсхватку Гордон Райан против Патрика Гаудио, но и этот турнир отменили. У меня в клубе парень год не ходил на тренировки, а тут появился. Спрашивает, что такое. Он говорит, да вот записался на турнир в Турции, надо бы потренироваться. В итоге турнир отменили, и парень пропал. Ну, zero motivation. Продолжаем. Некоторые заграничные академии БЖЖ перешли на онлайн-обучение, подобно некоторым образовательным учреждениям Москвы. В России пока нет данных о закрытии БЖЖ академии спортивных клубов, но уже есть отмененные турниры. К большому сожалению, мы должны сообщить вам об отмене предстоящего турнира в Магасе и переносе его на неопределенный срок. И это пипец как огорчает. И спортсменов, и организаторов. Приносит убытки, рушит мотивацию. Но мы вроде как борцы, поэтому справимся. Это пипец! Все участники, которые оплатили взносы, могут сделать возврат средств, отменив регистрацию на своем аккаунте. Благодарим всех за понимание. Плохие новости пришли также и из Москвы. Мэр всея Златоглавой и Министерство спорта запретили на ближайшее время все массовые культурные и спортивные мероприятия. И несмотря на то, что бразильское джиу-джитсу вроде бы как и не спорт, и Министерство спорта плевать на нас, а нам на них, турнир, объявленный ранее на 28 марта, не состоится и будет перенесен. В общем, теперь мы держим руку на пульсе и будем следить за новостями. Вот так. Турнир UFC Fight Night в Бразилии по той же причине прошел за закрытыми дверями для зрителей при абсолютно пустом зале. Спрашивается, какого хрена мы вообще заговорили о UFC, когда мы, в принципе, не касаемся этой темы в ленте. Но тут был, знаете ли, такой случай. Два крутейших джитсера были заявлены в одной схватке. В общем, мы решились таки посмотреть. В ожидании боевого, рабочего джиу-джитсу. Но обошлось без джиу-джитсу. Гилберт Дуринье Дёрвс красочно проиллюстрировал, что лучший способ перевода противника в партер – это джеб. Конкуренцию ему может составить, пожалуй, только свинг. Вот это, пожалуй, два слова, которые я знаю из бокса. А, не, я еще знаю хук. Но были и хорошие новости. К примеру, Александр Сак получил свой черный пояс, которого так давно ожидало российское БЖЖ-сообщество. Когда Саша планирует дебютировать на соревнованиях в новом дивизионе, мы не знаем. Ну, честно сказать, мы даже и не спрашивали. Че отвлекать человека? Кстати,
Тоже неплохая новость. В разделе «Премиум» и в разделе «Товары» появился свежий видеокурс от Джона Данахера. Более 11 часов научного разбора одной из самых главных проблем в джиу-джитсу – проход гарда. Можете уже прямо сейчас заходить в раздел «Товары» и оформлять подписку «Премиум», что очень выгодно и очень полезно. Ну или можете получить отдельный доступ к данному конкретному видеокурсу. Знаете, вот на самом деле я немного в шоке. Вчера нашел дома калькулятор, посчитал, а у нас с этого Данахера уже на 162 тысячи рублей. Так вот, для тех, кто сейчас смотрит этот выпуск новостей и хочет сэкономить, следующее предложение. Весь Данахер, 11 видеокурсов по 10-11 часов каждый, всего за 4000 рублей. Экономия 158 тысяч рублей. Пишите прямо сейчас. Ну да. Хочешь сэкономить 160 косарей? Спроси меня как. Слушай, а сегодня комбат джиу-джитсу будет, ты будешь участвовать в комбат? Там есть другой Миша, который получит лещи за меня. Я оставлю всю славу и все лещи Миши. Нет, спасибо, мне хватило армии в моей жизни. Комбат не для меня. Санкт-Петербург. Северная столица. Почти Европа. Ну, не настолько, насколько Украина, но, тем не менее, все западные, новомодные штуки появляются и тестируются сначала там. Первые российские рейвы. Первые российские порно-студии. И вот первый российский поединок по правилам комбат джиу-джитсу прошел также в Северной столице. Мы даже заслали своего агента на это посмотреть. А он не только посмотрел, но и по жопе отхватил. Будем считать, что авансом за подготовленный сюжет. Че? Я продолжаю свое грехопадение. Я боец за очком. Ну я бы попробовал. Ну хочется кому-нибудь жопу набрать. Я буду смотреть. Это тоже участие. Я буду смотреть, Это комбат джиу-джитсу, честно сказать. Ах, да. Все это произошло на чемпионате бензоколонки. Ну, в смысле, в английской версии это красиво звучит как Gas Station Invitational 3. Турнир по правилам Эбби, который проходит в Санкт-Петербурге уже третий раз. Турнир по правилам Эдди Браво Invitation. Еби. Да, еби. И на этот раз, манимый духом европейской свободы, на этот турнир рванул небезызвестный нам Михаил Панков. А рванул он туда, дабы почти голеньким побороться по новым для себя правилам Submission Only. Я продолжаю свое грехопадение, и я решил найти место, где я смогу побороться максимально без одежды, вот эти свои эксгибиционистские штучки, поэтому бороться сегодня буду вот так. Вот так. Вот так я буду бороться. Там-то и состоялся реванш Соловьев versus Панков. На этот раз в ноу-ги. Ну, в случае Панкова вообще ноу-ноу-ноу-ги. Мишаня взял реванш в третьем овертайме на духу, сделав мне рычаг локтя, как учит Абдулбарик Гусейнов. Привет, Адик. Ты отлично учишь людей рычагу. Научи Мишаню выходить из маунта. Показал отличный IBJJF джиу-джитсу, мне не прошли гард, я делал слипы, я проходил гард, занимал сайт-контроль маунт, но как бы сказалось то, что я абсолютно не охочусь за сабмишинами, я борец по баллам, как говорят. Я точно приеду на следующий турнир, мне понравились схватки по 10 минут, я не устаю, мне вот заходит этот формат. Не факт, что буду учиться делать болевые, возможно, я также все проиграю, но я точно покажу отличный IBJJF джиу-джитсу. Отличный гард, слипы, проходы гарда. Классика.
Теперь у парней личный счет 1-1. Скорее всего, при таком раскладе дело дойдет до третьего матча. Но время покажет. А мы расскажем. А нет, мы покажем, ибо мы не рассказываем джиу-джитсу, мы показываем джиу-джитсу. В общем, не скучайте. Если вдруг вы вынуждены находитесь в это время дома, ваша академия закрыта, или вы сами прячетесь от окружающего вокруг вируса, очень рекомендую вам зайти в раздел «Товары» и выбрать подходящую подписку на раздел «Премиум». Отлично проведете время без отрыва от джиу-джитсу. В общем, всем пока, будьте здоровы!